Ну да, да, две кнопки-то. Больше нечего жать. Блин, с одной стороны, они сами к этому пришли. Уж лучше был бы Т-11, ну да ладно. Т-11 хоть это прикольнее выглядит. Так, Йена, у меня 3D-лика висит. Ага, ну сейчас я тут перезашел в потасовку. И... Что за потасовка там хоть? Не знаю, по-моему, тут нужно просто обилку нажимать и все. Гениально. Серьезно говорю. Ля, что за конченый шаблон? Мне, короче, надо на престиле играть, а я что-то не знаю, что собираюсь. Че, УТК что ли преста делать? Ну. Короче, я что-то не понимаю. Что за херня? Знаешь, ты чувствовал, когда вот у тебя был неплохой класс, в принципе, и тебе берут из него какую-то помощь. Ну, типа, что у тебя особого выбора нет, чем играть. Я нихуя не понял, что ты делаешь. Ну, очень интересно, да? Челик просто сдался, и это понимание засчитал. Да? А нет, не засчитал. Там, короче, не знаю, дичь какая-то. Блин, я же мог тебя послать. Привет, пригласить. А? О, Гена, я придумал, чем я с тобой играть буду. Сейчас. Это что, Фарада Фроста решил потестить? А ему там сказали, что Фрост поломанный, и там хреново куча ДПС. Ну да, и Паша вот сегодня, я же говорю, и кипл, короче, ТКшкой, танчил два или три раза срывался мне. По концовке на Ануби 27к дал. Просто знаешь сейчас, типа, что будет весело? Фарада засокит этого мага. А потом его на следующий день... И мы опять все сокеты перебивать с хосты в крип. Поэтому самое интересное, когда было на Лоне, получается, вторая фаза, что наступает, она же слетает, да? Буквально, наверное, за полминуты они перевели. То есть она уже назад села. Лучами этим. Я вот, получается, играл на тене в двух спеках Аркан, Фрост. Потом сделал фаеры, блять, не знаю почему, но что-то мне не нравится фаер. Вроде и хрен пойми, ничем он не отличается. Фаер, но... он не сильно интересный. Именно интересный это скорч, и именно в... типа в Т4, в Т10, ну, не сказать, что там сильно большая разница. Тот же аркан, по сути, только вместо вспышки у тебя ожог. Ну и типа плюс одна кнопочка добавляется в... Ну, может быть.
Но меня не скорч, я обычно я сделал. Ну, как-то, не знаю, мне что-то вообще никак. Ну, ПВТВшник он нет. Что ТТФник, что ФВБшник. Не сказать, что может, они сильно интересны. Может, он в дальнейшем гире он там раскрывается сильно. Что, Ген? Готов? Да, сейчас с потасовкой разберусь. Готов страдать от моего приста? Так, подожди, это потасовка на выбивание пиньяты, что ли? Я не знаю, тут что-то создает, а ноль украшений для таверны. Прогресс 22, 5. Типа, я какой его знаю. Я просто жму обилку, типа. Сейчас посмотрю. Нихуя непонятно. Я понял. Надо, короче, 25 раз сделать эту обилку и выжить просто в это время. Так а выиграть-то как? Еще при этом убить надо? Нет, просто до 25 доходит, и вы победите. Оба? Ага. Ну хоть этот Б тогда не жмет. Я, знаешь, я в подобную фигню играл, только с пиньятой. Там надо было, короче, друг друга хилить и бить эту пиньяту. Она просто на каждую сторону игрока автоматически переходила и била вам по... И, короче, там какой-то дебил, он просто вместо того, чтобы ее бить, он бил моих существ и мне в лицо. Прикинь? Ты меня наебал. Что, 25? А, вот получилось. Можно развивать пиньяту, вот только... А, ну да. Лол. Ну, короче, какая-то... И, а, вот и пиньята голем у меня появилась. Типа, 5.85. Что? Зайди, посмотри. Да-да, она есть. А сейчас я тоже быстренько стартану. Бля, я челика, короче, просто убил. Бля. Сука.
Знаешь, чего не хватает ген в ХСе именно в этом режиме? Чего? Писать оппонент. Согласен. Блять, он нажал обилку и тупо не знает, что делать. Незваному гостю надоело сидеть в руке оппонента, и он свалил. Открой свое сердце свету. Каждый день дарован нам светом.
станет моя жопа гибелью. Блин, ну у меня попался челик, который шарит, что делать. У нас у пиняты 29 хп, но у нас что-то тоже маловато хпшников. Бля, челик, только не говори, что тебе нечем меня засейвить. Да. Прикинь, челику ни одна хилка не зашла, мы из этого проиграли. Обидка. Не, он очень нормальный. Сначала, знаешь, вроде бы челик как-то начал давить, вроде. Потом понял то, что нужно это. Давай вместе сейчас сыграем, там же можно потасовку? Да, можно. Да, все, выиграл. Давай, сейчас я выйду. Интересно, да? Как бы ты должен они вместе... Они прикольные, да, надо это... Понимать, что надо. Секунду. Зависи, я пакич открывал. Сейчас сыграем, и я отойду минут на 15. Угу. Ванну залил, надо почистить. Свиные перья? Блин, вот вчера или когда позавчера делал на арену, да? Угу. Креста. Собрал охуенную деку с драконами. Типа, хороший контроль и потом темп. Типа, две первых катки меня просто без шансов выебли. А потом, типа, 7 или 6 к нулю сыграл. Неплохо. О, неплохо, кстати, старт. Ну, как там, короче, помню, смотри. Я хилю, ты зачищаешь в основном, получается. По сути, да. Только смотри, еще какой момент.
тебе не нужно, вот у тебя там есть хил на 8, да, заклинание? Ну да. А, тебе его желательно отдавать уже тогда, когда я Галивикса поставлю. Хорошо. Знаешь, типа, в хейсике куча карт, да, бредовых совершенно, но они все время в подобные потасовки вылезают, хоть. Какой-то, знаешь, чисто для потасовки карты делали. Еще раз прокнет. Бля, серьезно? Я сейчас выставлю хил. Копка 9. Ну я потом разобьюсь по хилю. По хилю, ну. Угу. Так, наверное, есть смысл его разбить, да? Да, чтобы развивать тебя не задал. Одного. Так. Это же нужно избавляться. Раньше, кстати, в этой потасовке джейдов не было, там другие картонки. Кел что-то не заходит вообще, ни один. Ты своего можешь как-то одного убить? Одного своего как-то убить можешь, не? Не, к сожалению, нечем. Разбивай тогда моих. Ан вот, кел. Значит, только одного смогу разбить. А, нет, лол. Хорошо. Ну, типа, захилить тебя на 8 я могу. Ну, что нужна какая-нибудь? Ну, я сейчас просто на 7 делаю. Хватит там Хардстоун играть. Нужно же перед отдохнуть перед РТшкой. Я думаю, можешь пока не разбивать, наверное. Просто я разбить 7-4. Пару получается забьёшь в гильдии на трёх. Очень сильно я их на трёх. О, мне хил на 8 зашёл. Я что-то разговаривали вчера. Ну, мне писали там, и Хоба писал. И я... Раджет писал, Сарлов, чилики писали, пойдем ли мы локаер. А я пишу, очевидно же. Ну теперь это, тебе нужно меня точно захилить. Очевидно, пойдем, блять. И они такие, ну мы тоже пойдем. Я такой Раджету пишу, так у вас РС-ка в календаре ХМ-ка стоит, ну типа на четверг, блять. Он наш в ступор, блять, упал, говорит, откуда ты знаешь? У хомяка, говорю, у тебя вообще на 8.30 стоит сбор рейда, блять, типа, ну, те, кто придут пораньше, окей, типа. Ну, а так сбор рейда у тебя 8.30 будет. Хомяк тоже в ступор упал, блять, ну, короче, нормально так фейси делает. А, что-то я посчитал. Такие, откуда ты это все знаешь, блядь? Я говорю, свои люди сидят у вас, если что, расскажут.
Да, сейчас нужно добить до двух. Такс. Два осталось. Как хорошо иметь по пару человек в мейн составах вот эти гильдии, которых можно попросить, и они вайпнут три. Понятно. Как ты собрался ФК брать? Да ФК, блядь, меня за Ордой интересует. Там с Асгардами особо не посоревнуешься. Ой, мол, это что было сейчас? Тебе нужен был слот, походу, чтобы у тебя пиньята появилась. О! Да. Серебану пообещай там в Санвелах что угодно, он, блядь, да даже без обещаний он будет вайпать, блядь. Серебан сам такой человек, что будет вайпать. В Джоках Джастин будет вайпать. Нормально. Так, ну мне сейчас по-любому меня нужно будет хилить. У гаджета Ника будет вайпать. Короче, закинули по пару человек для усиления их состава. Надо Женька еще закинуть кому-нибудь. Женек ДВшника, у них нету ДВшных рейдов. Плохо. Ну это, Женек это как бы, если появится конкурент с ДВ, то Женька туда зашлем. Мы это, на будущее его взяли. У тебя есть хил на себя, Амир? Его можно за альянс. У меня кун есть. Ну это просто понимаешь, это реально люди, которые вайпают, ну типа рейд. Вот я сейчас перечислил, это люди, которые, ну, от которых польза в рейде нету особо. Ну, ты думаешь...